Неудобные костюмы, маски, перчатки и пациент, который находится на грани жизни и смерти. Все действия выполняются с закрытыми глазами из-за запотевающих защитных очков. Так можно описать рабочий день парамедиков из отряда «СМУРД», которые сейчас тоже на передовой, спасая в том числе тех, кто до сих пор не верил в коронавирус. Олеся Панзарь работает парамедиком больше 6 лет. Женщина говорит, ситуации бывают настолько непредсказуемы, что помимо медицинских знаний вы должны быть подготовлены психологически. Требуется вещь, что он психолог, он в тоте казурле, адика коммуникация ку пациенту есть чама эссенциала, адика есть где-то так требуется те кубори ла нивелу луя, са атеште о емпатие фаца де ачелош пациент, са те пуни в локу луя, С началом пандемии сотрудники СМУРД стали намного более востребованными. Они также доставляют тяжело больных пациентов с ковид в столичные больницы. Их перевозят в изоляции, из-за чего возникают непредвиденные ситуации. Victima a fost implasată în izoletă, el și așa avea insuficiență de oxigen și a început a intra în panică, a început a da din mâini. Aici deja încercându-l să-l liniștești, deja nu mai are rost. Aici cumva trebuie un impact tactic, adică să-l ții de mână, să-i spui că totul va fi bine și deja am încercat, adică menținând distanța, măcar să-l ținem de mână tot drumul până ajuns la Chișinău. Помощь парамедика может потребоваться в любую минуту, что и произошло во время нашего интервью. Trebuie să ne echipăm rapid, dar și totodată să nu facem greșeli, pentru că aceasta este securitatea sănătății noastre. Как и другие врачи, сотрудники СМУРД просят граждан об одном – быть ответственными. Месажul meu este că virusul chiar într-adevăr există și este nu unul simplu, dar este foarte agresiv și protejându-vă ne ușurați nouă munca pentru a ne întoarce la familiile noastre vii și sănătoși. В Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям работают 136 сотрудников СМУРД.